Группа «Янкис», которая будет петь песню «Лучшие друзья девушек – это бриллианты», сами являются бриллиантами. Группа «Янкис». Купитесь бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорей. На мой взгляд, сейчас две половинки дуэта немножко идут не вместе. Просто наши педагоги, ну, как бы, занимались с нами, естественно, сольно. Вот, но я думаю, что они, наоборот, рады. Но мы честно обещаем нашим педагогам, что мы будем учиться. Мы обещаем. Это, конечно же, напоминает, чтобы мы готовились к сессии. То, о чем мы все время говорили. Макушечка варит. Мы разные внутри абсолютно. Нет, я была такая прям вся такая, боже мой, боже, одуванчик такая, вся принцесса-принцесса. И Катя такая, Настя, ну, типа, давай попроще. И мы начали слушать какой-то рок такой. И я понимаю, что это круто тоже, что, ну, вот. Ну, то есть она перенимает какие-то да. мои черты. И Катя, смотрите, Катя в юбочке, Катя на каблуках, обратите внимание. Реально дополняем друг друга. Вот так развиваются люди, вопреки. Мы заболели. У нас самое ответственное мероприятие, мы заболели. На этой неделе зрители нас оставили на проекте. Какое мы имеем право вообще не выйти на сцену? Группа «Янкис». Я немножко постою у зеркала. Не больше часа, все так зыбко в этом мире. Боже мой. Девчонки, я не понимаю, зачем Лолита дала вам петь эту песню? Вообще понять не могу. Вы в хорошем смысле этого слова еще маленькие. Но маленькие не в том смысле, что вот дети, а в том, что вы можете петь гораздо более актуальный для вас и ваших сверстников материал, который понятен вам. Вы не понимаете еще смысл и суть этой песни. Это песня девушек или женщин с неким жизненным багажом. И с этим нужно разобраться. И слава богу, что этого багажа у вас еще пока нет. Возможно. То есть ты намекаешь на то, что все плохие женщины хотят бриллианты от мужчин? Я... Багаж намекаю на то, что девушки сейчас не понимали
ни единой фразы, по большому счету, из той песни, которую они поют. А мне понравился номер от начала до конца. И мне понравилось, что сначала была сцена пустая, и мне понравилось, что не было балета. Я думаю, как хорошо, что нет балета. А потом, когда в конце номера вышел балет, мне опять понравилось. Хорошо, что появился вовремя балет. Он тут долго не надоедал, а потом он появился, и был органичный вполне номер. И я согласен, номер и балет потрясающий, Игорь. Вот-вот. Ну, слушайте, придумка с зеркалом классная, и... Ну, мне было приятно, смотри, я получил удовольствие вот от этих двух минут. Классная штучка получилась, очень хорошая, мне понравилось. Рома запретил говорить про все болячки, про то, что там всем болеют, все болеют, всем вливают связки. Ладно, не будем. Но ведь случилось сейчас на моих глазах нечто, что вообще не предполагало случиться. Я хотела поднять руку и сказать: ребят, давайте заново снимем. Потому что вот там, с той стороны, справа, а для зрителя слева, не открылись ворота и не вышел балет. Да хватит я могу обсуждать себе представить, номера. Я могу себе представить, как поют люди. Если бы я вот вышла на сцену в своем возрасте. Да хватит уже. Да подожди, и жду. Уже у меня хватит. Номер построен. У меня не выходит. Здесь не открывается, там ломается. У них нет такого опыта. Балет, свет, зритель болячки. Этого не заметил. Пусть люди никто поют. Не заметил, и что все. Там еще не вышли. Это главное. Потому что они не показали, что что-то не открылось. Ну они ладно, были... все. Ну, самое главное, это уже становится... Они не тинейджеры, они красивые девушки. В зоопарке тигру не докладывают мясо. Все. Шоу на двоих закончено. Значит, девочки, номер хороший, спето неплохо. И кому ж как не девушкам понимать смысл этой песни? Так что вам это удалось, и унисон удался, и очень как-то вы внешне на сей раз подходили друг к другу. Так что очень даже неплохо. Спасибо. Вы можете объяснить Роману, о чем эта песня? Вот скажите, вот, Роман, как девушки. Для нас бриллианты — это не только красивые камни, но и интеллект девушки, и сама девушка, ее внутренняя натура. Поэтому лучшие друзья девушки-бриллианты мы пели конкретно про целостность девушки, про то, что она про нее саму. То есть не просто про бриллианты, а про что-то. А про что-то не пойми что! Рома, это были песни про бриллианты в голове, потому что если вдруг у тебя нет денег и ты не можешь рассчитаться за платье, тебе достаточно сделать так, и из уха выпадает небольшой бриллиантик. Об этом речь. Я так и понял. Роман, как вы не понимаете?